Московский матч транслировался по телевидению, по первой программе, потому короткий видеоотчет. Вот так спартаковцы открыли счет после гола Черенкова. Но затем Шахов восстановил равновесие, удачно пробив 11-метровый. Спартак имел преимущество и добился все-таки превосходства в счете, когда Родионов также точно ударил с 11-метровой отметки. Но в итоге все же ничья 2-2, которую принес своей команде «Лютый». Добавлю, что это 10-я и последняя зачетная ничья у «Днепра».